Когда вы выходите сюда на утёс, ну, на вход на этот, нет смысла давить вот здесь. Очень маленькое плечо здесь, ему гораздо проще удержать вашу руку. Вы входите, большой акцент вот этой руке даете. То есть вы стараетесь этой рукой. Да, она немножко контролирует, но не ее решающее движение. Если он держит меня за руку, я могу здесь, ну помните, да, изгибаемую руку упражнение. Сил прикладывать много, а эффекта нет. Вот. Сейчас вот это упражнение сукумэ. Вы вышли и одной рукой плечо вниз. Одной рукой. Не надо давить сильно на руку. Здесь можно не так уже. Но вот эта рука просто контролирует нас на, ну знаете, да, в случае контратаки. Чем вы можете столкнуться на татами, чтобы у вас не было вопросов. Могут вообще взять. Ну нет смысла, правильно, не мучить. Если он двигается, тоже с ошибкой двигается, сейчас я так двигаю, я уже буду более подвижным. Или он двигается кто-то с ошибкой, раз. И все, вы тут уже не сделаете. А почему я так сделал? Потому что его движение, я видел, даже ну, я вижу, что он смещается, и я смещаюсь. Почему я не могу? И тогда, а если он работает правильно, у меня нет шанса. Он меня увел, и все, я уже улетел. Потому что я двигаюсь, когда я беру тактильно, это преимущество. Мы можем, вот что мы чувствуем, это преимущество для мозга, чем то, что мы видим. Если мы это держим, значит оно существует. А если мы видим, это фигня. И вот здесь на это построено. Ну, в смысле, не то, что построено, мы это должны понимать и выстраивать технику. Это может быть небольшой элемент смещения. Так, спокойно.
только не так резко. Вот. Я даже могу где-то в конце уловить его уход и начать смещаться, но уже недостаточно. У меня, я уже проигрываю в расстоянии. И здесь, когда он начинает вытягивать, мне нужен этот шаг. Или кто делает неправильно, он будет делать вот так. Но обратите вот на эти нюансы внимание. В школе Фуджимото мастер не работал.